Благоустройство дворовых территорий является частью масштабной государственной программы формирования комфортной городской среды. Облагораживание мест, где жители проводят большое количество свободного времени, началось в 2018 году. В рамках реализации федеральной программы в Кашхабском сельском поселении приступили к благоустройству придомовой территории дома номер 3 и 7 по улице Спортивная. В рамках этой программы в этом году производится благоустройство дворовых территорий по улице Спортивная, дом номер 3 и Спортивная, дом номер 7. В рамках этой программы по проекту предусмотрена замена проездов асфальтобетонным покрытием, установка бортовых камней, также производство тротуарных дорожек из асфальтобетона, и к ним тоже бортовые камни устанавливаются. Кроме этого, будет сформирована площадка с резиновым покрытием для установки детского игрового оборудования. Точно так же и по спортивной 7 те же самые работы будут выполнены. Кроме этого, будут установлены скамейки для отдыха, фонари для освещения. В рамках программы выполняются работы по спортивной 3 в сумме 1 403 190 рублей, а по спортивной 7 1 218 050 рублей. Все эти деньги будут освоены в установленные контрактом сроки. Подрядчики в лице Кашхабского ДРСУ приступили к работам по благоустройству территории месяц назад. По словам заместителя главы Кашхабского сельского поселения Рамзана Мамхегова, завершение работ по всем проектам планируется в июне 2020 года.